В честь 90-летия Московской области и Ленинского района глава муниципалитета проводит встречи с коллективами предприятий и отмечает сотрудников, достигших лучших результатов в своей работе. Одним из первых Валерий Венцель посетил одно из старейших предприятий в поселке Развилка – Московский газоперерабатывающий завод. Экскурсию начали с осмотра нового оборудования. Представляем вам установку по сжижению природного газа мощностью 600 килограммов в час, производительностью 600 килограммов в час. Это единственная на сегодняшний день заправка сжиженным природным газом в Москве и Московской области. Природный сжиженный газ в качестве топлива не только экологичен, но и позволяет снизить стоимость километра пробега. Такая установка позволяет заправлять технику, которая оснащена специальными криобаками. На сегодняшний день это исключительно грузовой транспорт, большегрузные автомобили и тягачи. Но в дальнейшее время планируется перевести на такое топливо часть пассажирских автобусов и КАМАЗов. Ожидается, что до конца года количество транспорта, использующего данный вид топлива, увеличится в 10 раз. Одна заправка такому автомобилю позволяет пройти от 650 километров до 750 при полной загрузке 22 тонны. На сегодняшний день это самое экологичное, наверное, топливо и перспективное для использования. Затем глава муниципалитета осмотрел территорию предприятия, заглянул в цех производства приборов для учета газа и в цеха гелиевого производства. Здесь мы выпускаем гелий А и Б марки, и делаем особо чистый гелий, вот следующий цех мы модернизировали по производству гелия высокой частоты. Слесарь ремонта механического цеха Алексей Евсеев трудится на московском газоперерабатывающем уже почти 20 лет. Говорит, работа нравится, хоть ее и достаточно много. Сейчас вот занимаемся реконструкцией и обвязкой гелийного цеха. То есть, можно сказать, полностью восстановили, ну, до такого современного уровня, можно сказать. У нас там электроника уже, и практически такого физического труда мало осталось. Алексей – один из 24 лучших сотрудников предприятия, кому в этот день глава муниципалитета лично вручил памятную медаль в честь 90-летия Ленинского района. Я всех вас благодарю, что нашли время. Владимир Евгеньевич, я вам вас благодарю, что провели с экскурсии, показали свое уникальное предприятие. Я хочу пожелать вашему предприятию процветания. Прошли непростой период. Я уверен, дальше все будет развиваться и получаться еще лучше, лучше и лучше. Ну а мы со своей стороны всегда готовы быть рядом. После торжественной части работники завода смогли задать свои вопросы главе муниципалитета и получить на них развернутые ответы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.